На Миусской площади напротив здания общественной палаты проводится митинг против введения в России ювенальной юстиции. Но создается кирпичная система доносительства в духе Павлика Морозова, а то и похуже. По мнению участников движения, введение системы ювенальной юстиции может уничтожить сам институт семьи в России. На митинге целым рядом общественных организаций собираются подписать обращение к президенту Российской Федерации и письмо протеста в адрес действий общественной палаты. Основным изъяном ювенальной юстиции организаторы акции считают ее антиправовой характер. Деятельность системы чревата произволом ювенальных судей. Следствием введения ювенальной юстиции может стать разрушение нормальных семей и генерация целого поколения сирот при живых родителях, считают активисты одного из движений, участвующих в митинге. Под подозрением у них все неполные семьи, а таких 40% в России. Добавьте сюда все бедные семьи, которых 90%, и мы получим полную картину. Организаторы опасаются, что введение ювенальной юстиции станет причиной нового коррупционного витка, в который будет вовлечено все население страны. Во всем цивилизованном мире принят и понятен термин «ювенальная юстиция». Это организация, которая контролирует соблюдение прав ребенка и выявляет различные злоупотребления со стороны его семьи. Но как этот закон будет работать в российской действительности? И готова ли наша страна предоставить все необходимые условия для принятия такого ответственного решения?